Так, всем добрый вечер. Значит, представляю вашему вниманию сыр Камбазола. Упаковочка у меня нарушена, ну и оно на обзоры подойдет. Значит, соответственно, может поближе. Значит, Камбазола. Что такое Камбазола? Это сочетание двух сыров. Камамбер и Горгонзола. Соответственно, значит, это сыр производится в Германии. Значит, компания «Шампиньон». То есть «Шампиньон» – это, собственно говоря, известная немецкая компания. Мы его, собственно говоря, возим через Голландию, собственно говоря, эти сыры. Значит, смотрите, что обращаю, на что внимание. Сыр безлактозный. Вот. И, значит, жирность 31%. Соответственно, ну, вот они все показатели. Жмете на паузу, смотрите и так далее. Значит, рекомендуется перед употреблением на 20 минут выложить при комнатной температуре, чтобы, так сказать, был такой, значит, в общем, чтобы он слегка был такой мягенький и, собственно говоря, так его и рекомендуется употреблять. Так, значит, соответственно, вот таким образом он уже выглядит. Без упаковки, ну, в данном случае, я, честно говоря, до этого Камбазолу не ел, да? Поэтому, да, все правильно. Значит, эту бумажку мы снимаем, значит, ну и режем нож специальный. Ну, в принципе, можно и обычным ножом, я думаю, что ничего не случится. Значит, вот эти штуки, смотрите, значит, это сыр, соответственно, с плесенью. Берется, значит, плесень, протыкается сыр спицами. И вот вместе вот этих вот, где вот эти вот, так сказать, проткнутые штучки, соответственно, вот эти вот образуются такие штуки. То есть вот, пожалуйста, классический Камбазола. Ну и теперь самое важное. Я вообще люблю вот такие вот сыры. Вот, поэтому я всегда их ем с удовольствием. Если честно. И мне не очень нравится. И приятный вкус. Вот в данном случае шампиньон, я так понимаю, это гриб. Чувствуется такой какой-то грибной оттенок. Вот. То есть это такой сыр сливочный. Он сделан из коровьего молока. Поэтому очень всегда я, когда привозим, я первым делом, так сказать, на пробу, вот, то есть сочетается, так сказать, это с бокальчиком вина, вот, и, соответственно, вот у меня он добавляется к уже привычным новым для нас сырам, вот, с лавандой, дурблю и так далее, шеврана, то есть все, так сказать, вот, поэтому также рекомендуется всем, значит, не отказать себе в удовольствии и побаловать себя вот такими деликатесными сырами. Все, всем спасибо, всего доброго, до свидания.